Ну, после Сириуса стал вообще заниматься хорошо физикой. А до этого времени я просто как бы считал этот предмет, ну, как бы обычным предметом. В начале 8 класса меня отправили на городскую олимпиаду, где я выступил сначала удачно, а потом не очень удачно. Потом это жалел об этом, что вышел на 5-е место в городе. И мне захотелось большего, и поэтому я занимался все время физикой, чтобы просто сначала перейти в город, а потом регион, а потом и Россия. В 10 классе я порешал весь сайт олимпиадной подготовки, называется Матус. Он мне очень помог. Мне также помогали, допустим, задания прошлых лет олимпиадные на сайте ФОИФО. А уже в 11 классе я стал заниматься решением задач международного уровня. И это мне тоже помогло, как бы имело свой вклад в достижения на сегодняшний день. Но это отнимало очень много времени. Ну, вот того стоило. Талантливый мальчик. Талант, умноженный на трудолюбие. Даже не знаю, какое трудолюбие. Если ребенок в свободное время, чем занимаешься, как отдыхаешь, решаю физику, так это не участие во время, когда он занимается физикой. Он занимался физикой всегда. У меня приходит на уроки, так он решает чего-нибудь, какие-то олимпиадные задания, он делает задачи. Всегда он занимается своим делом, ребята занимаются своим делом. Он решает. Он уже все изучил. Он все учебники изучил и 10-го, и 11-го класса давно, еще прошлый год наверняка. Вот, поэтому ему можно давать чего угодно, и он решает. Он молодец. Я пошел на олимпиаду, просто рассчитывал только на призера. Ну, потому что ожидал, что могу, как и в прошлом году, быть там среди призеров. Ну, как-то повезло, и я вышел в победитель. Ну, это в основном даже везение и труд. Но есть люди, которые, допустим, тоже очень много занимались, но не стали призерами. Я восхищаюсь им, его трудолюбием. Я просто вот даже такого ребенка не встречала никогда за свои 45 лет работы.